Всем большой привет, канал Вопросы для наших новичок. Ну что, продолжаем прохождение игрушечки под названием Sniper Contract 2 Ghost Warrior. Давайте, на чем мы остановились? В общем, я не стал в предыдущей серии ничем закупаться. Так, что у нас? Три есть, короче, жетончика и 60 тысяч. Давайте купим что-нибудь. Но в этом задании оно еще не будет использоваться. Оно будет использоваться только аж в следующем, я так понял. Но давайте все равно посмотрим. Так, снаряжение. Я хотел по запрошлом задании сразу купить наперед. Знаете что? Если мне дадут улучшение. Так, улучшение, ладно. Улучшение я бы хотел бы вот это взять. 3, да, у меня здесь 5 дается за это улучшение. Тогда пошли в попу. Потом вот хорошее улучшение турельки будет обнаруживать и камеры. Ну, камеры, наверное, еще рановато, пока в этом задании нету. Так, здесь что? Кошачья грация снижает урон от падения, как бы Ой, с этими кнопками. Так, ладно, давайте. Здесь пока я посмотрел, ничего мне не нравится. Вот, ну, не знаю, удвоенный карман с боеприпасами, керамическое покрытие. Вот лазутчик еще делает менее заметным, как бы мне это нравится. Давайте его, наверное, возьмем, да, универсальный камуфляж. Или все-таки нет, что-нибудь из маскировки, да, что у меня тут осталось? А, в принципе, при чем здесь, что у меня тут осталось, когда здесь надо 5 жетончиков, вон, видите, 5 звезд, здесь 2, 3 и все, что-то, как-то жалковастя, а тут один, да, а там камуфляж... Сколько надо? Я что-то не... А, тоже один, конечно, берем камуфляж. Все, камуфляж взяли. Теперь что? Улучшенный камуфляж делает меня заметным на засушливой территории. А это кевларовый костюм добавляет воспользованную броню. Слой кевларовых пластин, который снижает получаемый урон. Ну, как бы это тоже хорошо. Сколько там? 2, да? Подожди, тогда мы лучше... Вот смотрите, здесь один удвоенный карман. И осталось у нас еще вот что. По одному. Конечно, давайте сюда лучше используем, правильно? Давайте, перемещение. Перемещение. Урон от падения. Ну, возьмем. Здесь все-таки один. Да, уверен. Все, взяли. Следующее. Один у нас остался. Тогда берем из следующей серии. Ну, здесь дроны вот это пока я не хочу ничего брать. Ну, отравляющий дрон тоже прикольная тема. Насчет снаряжения и гаджеты, костюм, тактический рюкзак, увеличится максимальное количество размещаемых гаджетов, тоже хорошо. Набор первой помощи, быстрый доступ, ну, как-то так. Ладно, давайте поддержку еще возьмем. Вот что-то сейчас выберем из этого. Керамическое покрытие или броню, первую 75, которые поглощают, или удвоенный карман позволяет переносить больше патронов для пистолета. Было 57, станет 100. Нет, давайте-ка возьмем вот это. Керамическое покрытие. Все. С этим мы разобрались. Отлично. Теперь. Оу-оу-оу-оу. Снаряжение. Что я хочу снаряжение? Видите, у меня еще не открылось. Давайте я усилитель выносливости уберу. А хочу попробовать купить... Так, турелька. На турельку у нас хватает. Сигнальное устройство мне тоже нравилось. Но я же хотел дрончика. Вот, вот ножики я еще хотел, если честно, пошвырять. Вот это мое. Ну что, давайте дрона возьмем. Да. Взяли. Слышите, ребята, а на ножики мне не хватает, да? Жаль. Зато дрона купили. Сокол. Особый. Сокол — армейский малогабаритный беспилотный летательный аппарат, созданный для проверки обстановки за углом, стенами и другим препятствием. Позволяет обнаружить скрытые угрозы и позиции врагов. Обзор. Идеально подходит для осмотра местности. Помечает врагов, взламывает электронные системы. Дальность действия 145 метров. Всего. В деревне разработки доступны различные улучшения. Автоматический ремонт. Вот. В дереве. В деревне читаю. Используется для взлома электроники, такой как система ведения наблюдения. Следите за значком дрона, если он покраснел. Устройство попало в зону действия радара, да. Ну тогда я турель возьму, раз пошла такая пьянка. Вот сигнальное устройство, совет, обзор, турелька. Потому что мне на ножики не хватит, 37. Все, давайте турель возьмем, уже от таких... крупногабаритных дел, потому что турель можно поставить, и она будет тебя задол защищать.
Дистанционно управляемая оружейная платформа с крупнокалиберной снайперской винтовкой с помощью интегрированной оптической системы. Оператор может пометить цели и удаленно отдать приказ для ведения боя. Обзор. Дальность стрельбы 200 метров. Средняя громкость деревьев разработана, доступна различные улучшения. Находясь в режиме бинокля или дрона, нажмите, чтобы пометить до двух целей. Ну, хотя вот я, наверное, ошибся. Сама она не будет. Так, а вот это... Это устройство, это сигнальное устройство, это устройство прикроет вашу спину. Вот, вашу спину, может быть. Или жопу. Это устройство прикроет вашу жопу, спину. Предупредив о приближении врагов, пока вы ведете огонь со снайперской позиции. При наступлении можно бросить устройство в сторону врагов, чтобы пометить их. Ну, как вы думаете, а? Сигнальное взять или турель? Турелька, просто вот так вот патроны закончились. Давайте, вот, сам себя я в этом и убедил. Берем турелку. Турелку. Берем тарелку. И что у нас осталось? Так, что у меня тут полезно? Ну все, турель стоит. Этот стоит. Дымовую гранату может вместо... Подожди, а почему у меня вот... Вот, допустим, четверка еще не открылась, да? Мне это еще не позволено. Снаряжение будет изменено, когда вы начнете выполнять новый контракт. Поняли, да? Или поняли? Так что такие дела. Улучшение. Ну все, погнали, продолжаем опять. Так, гора Квамар. Что мы там сделали? Значит, мы там... смотрите, мы отключили генераторы помех и вывели из строя главную антенну, с которой я чуть помучился, пока не понял, что дальше. Вон у нас цели еще, мама не горюй. Ну погнали что-нибудь делать. Начинаем контракт, правильно? Ну а что тут детали контракта? А куда меня сейчас зашлют? Давайте прочитаем. Вот здесь, кстати, было написано. Ну ладно, не буду я уже это возвращаться к прошлому, как говорится. Так, допустим, уничтожьте главный компьютер, загрузив в него вирус. Нужно скачать как можно больше данных, а затем повредить оставшийся, загрузив вирус в главный компьютер. Как только устранишь Хельстрома, ты сможешь использовать его ключ, карту для доступа к главному компьютеру. Хорошо, отключите систему охлаждения, выведите из строя водяные насосы. Серверы Ларса внутри ЦДРС начали сложную систему водяного охлаждения. Отключите нас. Так, отключение насоса выведет из строя материнские платы. И устраните... вот этого Ларса Хелстрома. С командованием покончено. Пора заняться деньгами. В Квамаре окопался Ларс Хелстром, который работает на Рашиду в обмен... на защиту от экстрадиции. Оставаясь безнаказанным, он продолжает строить казни и разбирается со всеми, кто ему не угоден. Из-за его махинации страдают правительство, финансовые группы и корпорации. Ладно, полетели нектар собирать. Ау-ау-ау, я даже... Блин. Подожди, а почему контракт? Коллекция. Заказы. Так, это тоже здесь у нас. Нет, вот этот здесь у нас. Вот он. Устраните геном. Ну, давайте, короче, что-нибудь. Ой, я ж не это за... Командование покончено, пора заняться деньгами. Ну, в Квамаре окопался Ларс Хелстром, который работает на Рашиду в обмен на защиту от традиции. Экстрадиции оставались. Ну, это мы прочитали. Строить казни, разбираться со всем, кто ему не угоден. За махинации страдают правительства, финансовые группы и корпорации. Правительство Рашид и его технический навык помогает изолировать жизнь для страны от остального мира. Там уже поколение выросло. Интересно, а мне сейчас оружие зачитают? Я же новый контракт взял. Ну, сейчас мы проверим, есть ли у нас ППЛ-шка или нет. Так, доступ к миру. Уничтожь? Не понял. Но его центр обработки... Ну, я все это сделал. Мне ж не новое задание началось. Я надеюсь. Пока они работают, мы не можем узнать, что он... ребята, вы чё? Опять я не то нажал. Серверы оснащены сложной системой водяного охлаждения. Это понятно. Отключение насосов. Или вы мне общую даете картинку. Я просто постоянно не понимал в этой игре. Начинают повторять. Не могли сделать то, что ты исполнил. Испортил, выполнил задание, чтобы вот это не показывать. Вот эта хрень мне не нравится. Что, ну давай, сейчас посмотрим. Гора, ну, как будто вот как сначала начинаю. Ну и чё? Давай. Что вот это? Ну, вроде... Ну, вот смотрите. Это что за херь? Ну, видите, как бы здесь галочки стоят, да? По идее, три задания. Ну, что-то мне... Опять, видите? Хух, блять. У меня вот слов нету. Вот нахера мне это надо опять заново? Что за дебилизм?
То есть я вот здесь был. Тогда у меня были убраны. Я аж заикаться начал. Мне это вымораживает. Что за херня? Почему не было? Я не выходил. Вот последнее задание как записал. Все так и осталось. Ну, турелька зато... А, ну, короче, все у меня осталось. Теперь смотрим. Вот они мои появились. БПЛАш. А почему он у меня ноль? Хм. Мне его где-то найти надо или что? Я вот что-то... Или у меня еще здесь недоступен, только турелька доступна. Ну ладно, пускай турелька будет. Мать его. Куда теперь идти? Где вот это? Это что за задание? Я теперь не знаю. Видите, оно не показывает. Вот, я сюда перевожу. На какое задание? Хрен, вот из-за этого время теряется. Что вот здесь я был с вами, правильно? Мы вот здесь вот эту антенну, вот она здесь антенна, мы ее вывели из строя. Потом... Сука, с котом. Короче, выбешивает эта херня. Тупая. Иди в жопу, заказ рядом. 10 тысяч. Ну, пойдем заказ сделаем. Ушлепки, блядь. Ну и чё? Control, come in. This is Raven. Это Рейден, Раven на связи. Тень какая-то. Солдаты идут. Да. Так, психологический профиль такой. Он одержим сбором сведений о своих врагах, а из цитадели обычно открывается юмором, чем больше. Так, что в любом замке должна быть дверь. В любом замке должна быть дверь. И пора постучать, не образно выражаясь. Давай, вали, я хочу лазер попробовать. Так, лазер. Нет. Я взял... Или я на пистолет взял? Подожди, давайте попробуем. Я вроде бы вот на вот этот ствол тоже брал. Вот он, есть лазер. Тут тоже, кажется. Вот смотрите, а как его выбрать? Так. Пистолетные патроны. Лазер. Чё ты сделал? Но... Как? Лазер включить? Люди, подскажите. Как он включается? Блин, я нифига не отупляю. Вот написано даже, да, лазер. А тут что, R3 что-то надо. Ну-ка. Этот же тоже? R3. Нажимаю. Где тут лазер? Лазер. Где мой лазер? Блазер. Блин, а что за хрень? Тут вот что-то R3 выключено. Включено. Вот, допустим, блин, достоять. Включено. А, вот. Включено. А на лазер. Блин. Включено, да? Во! А почему он действует на этот? И туда, и сюда, что ли, на пистолет? Поняли, ребята, да, как? Вот, ну, другое дело. Совсем поняли, да? Вот сюда заходите... И когда переключаете, здесь оказывается и туда, и сюда. Вот одна кнопка на два стоит. Вот он. Лазер включили. Вот я показываю. R3. Вот. И включается и на этот. И на... Интересно, на... На тебя есть лазер? А, кстати, на тебя я что-то другое брал. Подожди, а что там было? Я уже не помню. Блин. Блин, блин. Ладно. Возьмем пистолетик. Я так его не пробовал. Он какой? Автомат? Не автомат? Ладно. Пошли. Где этот чел у нас? Как тебя отметить? Ну вот я хочу отметить, да? Показать игрока. Так, нажимаю. Написано. Масштаб. Ну. Вот она легенда. Но я хочу метку. Вот свою ставлю. А как вот эту метку поставить? А, что-то я поставил, да? Или нет? Ни хрен его
знает, как ставить. Вот, видите? Ни хрена. Вот сюда хочу поставить метку. Место цели. Ну, и хрен. Чё оно не отмечается? Конкурент не отмечается. Враг. Ну, враг, понятно. Вот он, миномет, блок видеонаблюдения. Как обычно, блин. Ты бегать умеешь? Блин, мне вообще надо вон туда налево. Я сейчас по прямой попробую. А куда там налево? Вон два зяблики стоят. Зяблики. Нет, наверное, пойдемте делать это задание. Ну его. В пень. Так, а мне вообще, если я иду туда, тогда мне что, вот сюда, что ли? Что-то я не понял. О, правильно, сюда. А что здесь делать-то? Это у нас не пойдем. Так, отсюда мы, наверное, посмотрим, да, сейчас, как и что обстоят дела, и пойдем драться. Опа. Турель-шмурель. Рэйвен, вижу главные ворота, они хорошо охраняются, много противников. Тогда найди черный ход, у нас мало данных об этом объекте. Если где-то есть лазейка, я ее найду, до связи, понятно. Короче, тут... Не все так просто. Рэйвен, военный генератор Померейна все еще осматривает территорию. Understood. Принято. Да, тут прям они серьезно подготовились. У главных ворот наверняка можно получить доступ к системам безопасности. Ты можешь отключить их, но это сопряжено с высоким риском. Придется попробовать, сам не найду другой путь. Так, безопаснее будет не поднимать шума. Хорошо. Ты такой добрый. Тут охренеть не встать всего. Офигеть, тут толпа, вы чё? Ну ты там, мы здесь сейчас поиграем. Там и снайпер 100%, конечно. Как же без них? Ну то прям тут задание такое, что ой-ой-ой. Ну а что делать? Мы все равно всех победим. Ну хоть будем знать сейчас. Тут, а там, наверное, и камера есть. Да, я как раз не взял вот эту хрень для камер. Сейчас, что там еще один появился? Да ни хрена себе, сколько у вас здесь. Контроль, я нашел ход. Нижняя часть стены, есть открытая решетка. Опа. Отлично, Равен, понял. Ты-то нашел, я не нашел что-то. Где там? Я вот что-то... Фух, а что было-то? Что-то едет? Не-не, брателло, ты лучше в кустах присядь, а то я весь такой встал. Так, блин, да я ж, они откуда еще отмечаются и отмечаются? Я ж отмечал, или это что? Что за хрень? Так, где-то он нашел в решетке дырку. А где он нашел? Да блин. Чё он его постоянно отмечает? Нахрен не нужен, мы же уже отметили все. Там где-то он нашел, или где? Я что-то не вкурю. Так, если я... И чё, и снайпера заново будет отмечать, что ли? И там
Ой, то кто такой? Там еще кто-то... Глушитель. О, глушитель, да? А если мы этот глушитель сделаем... Бобо, как вы смотрите на это дело? Что я не знаю, что делать. Тут, ну, тут толпа, толпень такая, что ой-ой-ой. Охренеть. Ну давайте со снайпера начнем. Так, сейчас мы напастик сделаем. Как он там делает вот так, да? Посмотрите, как он делает вот так, да? Напастик сделал. Ну, что-то там явно не 600 метров. А мы еще сейчас кое-что проверим. Параметры. Игра. Ну, конечно, он тут, блин, выключил. Да. Иди в жопу. Вот. Я же чувствую, что я уже привык к этому. К этой фигуине. На. Вот она, красотка. Вышла наша торпеда. На тебе. Так, одним чувачелой меньше. Кто там у нас еще сверху? Ну все, вроде бы, да? Еще я хотел, знаете, что вот в эту вот фигню. Так, а если я в нее Сэмми трамбанул? Давайте попробуем, что получится. Вообще что-нибудь получится? Не. А если он туда с Сэмми? Не. Переводим на боевые. Ну, я один боевой пущу туда. Вот это что? Вот это я не понял. Что это такое? Так. Это понятно. А, ух ты, турельки, блин. Что вы такое сюда попасть? О! А ну-ка. Да, нет, брателло. Ну, в принципе, если сильно захотеть... Давайте еще чуть я промазал, да? Ага, сейчас выше взял. Давай поменьше. Что-то я... Тихо, отдышись давай. Фух, давай на пасик. Опа, вот сюда. Тихо. О, не, опять выше. Так, давай пониже возьму, подожди. Ну, я, это я так пробую, просто мне... А, вон что-то там еще было. Вот эти краски. Вот это что такое? Короче, я чувствую, я сейчас патронов тут понарастреляю. Ну, хотелось же, да? От того, если убрать. Чувачил. Вот, видите, вот в ту... О! Не, ничего, попал. Попал! Отлично, вон. Смотрите. Опа! Есть! Все-таки я в нее попал, я был прав. Да-да-да. Тут что-то говорит, нет? Что-то жалуется. Почему не в сети? Так, ладно, где эта дырка, блин? Вот где-то здесь же он? Ладно, пошли. Пока. На вот этот ствол. Не-не-не. Может, он там внизу он где-то нашел. Решетку. Пошли посмотрим. Снайпера мы чпокнули, да? Здесь что, никого не будет? Вон там, мне кажется. Он про это же говорит? О-о-о! Смотрите, еще фигня какая там ездит. Ну, так, ага, а ты-то минен. И чё? Как мне мины определить? Кто знает. Чё, ну мы на минах не подрывались, да, ещё? Ну я же взял эту способность. Или мне надо что-то нажать? Бери-б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 ери
Твой страх и риск. Вот решетка, вон дырку я вижу.
О-оу. Сейчас допросим этого чувака. Как ты вовремя здесь, чувачок? The other soldiers. Покажи, где они, остальные солдаты. Неподалеку, вон там. Ты сдал своих товарищей. На тебе. Давай тебе поднимем. И куда-нибудь закинем. Вон там, отдыхай, чувак. А мы пошли дальше. Так, подожди. Центр защиты систем сюда подавлена на 3 сектора. Ты только что проник в первый из них. Не высовывайся, чтобы не попасть под обстрел. Слишком поздно отключать этот сектор. Ты еще можешь отключить 2 следующих. Ищи кабеля, ведущие блоком управления или предохранители. Так, понятно. Не светиться или отключить турели. Принято. Хорошо. Все, у меня ни хрена не работает. Как не работает? А, ну, ночник работает. Ну, этот... Это такое? Что? Тихо, чувачок, ты где? Ты где меня засек, чувачок? Ты кто вообще? А если я... А я лягу-прилягу? Я просто пока не пойму, кто меня. Вот здесь меня кто засек? Вот здесь меня кто-то, да, засек? Тут ты посмел? Или это... Я просто не курил. Ух ты! Это ты здесь наездишь. Говнецо. Какие-то скопи. Оу. Ни хрена себе. Так, а что я мог сделать? Что у меня есть для отключения? Ни хрена. Только вот это, да? Так вот попробовать и взять Эми или как-то залезть, и стоит ли вообще это делать. Но он же тра-та-та, только не сделай. Давай обратно на патроны. Так, как-то мне надо. Оп. Так, да, блять. Ай, мама дорогая, меня убили. Бля, а где он, падла? Все, понятно. Меня чпокнули. А что я сделал? Вот. 54 метра. Вот он. Ладно, идем. Сорок три. О, нет. Подожди. Где-то... Вон он, да? Вон там. И чё? И как мне туда? О-о-о-о, ложись. Блин, а как мне туда попасть? То есть мне по-любому надо наверх забраться. А как это сделать? Короче, пошли в жопу. Я выхожу вот здесь. Минин, не мин. Ну. Короче, вот здесь... Бо! И чё? Я столько промучился, вот он, электрощиток. Еще. Вот он. А кто меня? Ложись. Братан, ложись. Ёпсель-мопсель. Фу, а что, у меня нету этого? Нету. Так. Давай-ка попробуем отсюда стрельбануть. И чё? Да ничего. Короче, надо или он туда, или сейчас я взорвусь на мине. Залезть я здесь никак ничего не могу.
поняли или не поняли. А давай попробуем. А чё мне? Терять-то нечего. Я ж не знаю, я ж первый раз. А-а, здесь отметок нету. Видите? Чтобы я мог подняться. У меня остается или вот по вот этому... И то, трос это или что? А нахрена тогда мне говорили? Давайте сбегаем. Долго, а что делать? Акаки убрать не могу, этого Акаки. У меня пока только этот остается вариант. Потому что он сказал, электрощиток. Там есть ход, ну и что? Да, долго затянуло задание, короче. Блин. Ну а что делать? Кому сейчас легко? Пойдем попробуем. Давай уже, беги, ты же можешь. Так, вон оно, да? Запыхался, бедолага. Ладно, иди спокойно. Может, какой приз дадите за эти мучения? Вот, это, ну, снайперское место, это нам. Нет, нам вон туда надо. Если я такой самый, ничего себе. Вон оно, да? Что за музыка играет? Тут знали, так сразу сюда пошли, правильно? Ну, и тут турел. И форел, и кефал. Где ты, падла? Вон она, да? Так, успеем, нет? Проползти вот здесь. Так, он пока отвернулся. Вот туда мне надо, наверх. Тихо, главное не ш... О-о-о. Так. Фух. Солдафонов нету? Вон он, ну там такой добрячок ходит. Сюда бы я мог бы залезть? Было бы хоро. Да пошел, что ты? Не-не-не, ты только не упади по-братски. Встань, ну тебя в жопу. Так. Короче, мы практически на месте. Ну что-то я... О-оу. Мало подозреваю, что я смогу туда пролезть. Как вы думаете? Так, ладно, пошли обратно. Да вставай уже, блин. Теперь хрен тут залезешь. Да ёб твою мать. Ой, чё, вслух сказал? Ну да. Падай. Турельки упертые. Этот ходит со стволами тут. Где ты? Мне надо как-то вот сюда подняться, правильно? О-о. Во, лестница. Лучше ж по-тихому, правильно? Попробовать, по крайней мере. Так, давайте этого уберем. И чё? Вот эта фигня. Ну давай обыщем. Ну а чё толку? Чё-то мне кажется... Да, мне кажется, я зря это сделал. Ну только что тут приз какой-то лежит. Вот оно и всё.
найдено в коллекцию. Больше меня здесь ничего не радует. Хотя вот тоже это вышечка, да? Она что же туда идет? Давайте попытаем счастье. Ну, отключить что-нибудь? Нет, отключить турель. Я турели нет, только какие отключила? Все? Или только на этой базе? Тут-то я понял. Солдат, мне нравится новая система безопасности. Ты про турели? Что в них может нравиться? Прошлое чувствую себя в безопасности. Я вот не чувствую себя в безопасности. Давай этого чувачка. Пускай он полетает. Полетел? Ага. Прилетел аж. Бери нахер. Вот сейчас он полетит. А мы думали, ну, туда. Так, ну если оно идет отсюда, то по идее мы могли и отключить. Ну пойдем посмотрим вон туда. Так, ты только не надо так. Халя-маля тут говорят. Так, один, да? Могу я перелезть? Ух ты, бля! Это не я сделал! Он как-то сам сразу. Кто-то бежит. О, да нет, турели отключены, слава богу. Ха-ха, прикиньте, он в прыжке сам, короче, убил. Прикольно, прикольно. Блин, да что ж я вечно. Пошли, нам патроны пригодятся, я чувствую. Нам же обыскивать надо сразу. Да, опять я сам себе придумал задание. Так, ладно. Вот эта хрень идет, я по-любому туда не спущусь. Дали мне сюда спуститься, да? Ну и чё? Идти вон туда и через верха. Просто их пофигачить. Как вы думаете? Ну давайте. А чё я теряю? Офигительно, я полетел, пацаны. Мне просто повезло, да, получается? Ни хрена себе я занырнул откуда. Вот это я летчик. Нашухарил, короче, и полетю. Пойдем теперь посмотрим турели там. Короче, я мог спокойно оттуда, чуваки, расстреливать, если что, имейте в виду. Сейчас проверим эти турели. Мать их. О, проверили. Я же говорил. Нам же надо было испытать. Так. Нормуль. Там полетели, но зато знаем, что с высоты об воду не разбились. Мин не было, но вот сейчас на мне отработала одна мина. Шикардос, где у нас куда скинуло, где было запоминание? Угу, здесь. Так, здесь вообще все почистили. Он бежит. Ты че, чувачело, сюда бежишь? Ну иди. Так, и оттуда снизу я постараюсь по штрелямбо сделать. Жалко, через стенки не берет. Тихо, не упади по-братски. Ух ты! Эй, who's there? Who's there? Бум! Нет. Ты что-то спрашивал, чувак? Извини, брателла. Не было здесь твоих. Мы не курим, сигарет тоже нету. Так. Давайте я хотеть вон туда сходить. Что там есть? Не знамо. Я как-то могу оттуда сюда. Давайте, ну, уже для приличия проверим. Здесь, конечно. Да, не так уж их много, честно говоря. Вот, давайте, снайперская позиция. Что тут есть нам, что полезно? А я... Да, это разве... Снайперская позиция. Давай обойдем. Еще посмотрим. Мы не спешим. Игрушечку делаем играть. Так, вот здесь что?
Тут падать будет высоковато. Ну, я думаю, наверное, там тоже самая хрень, да? Хотя, ну, как сказать? Хоть, а прям хочется, был бы парашют, сейчас бы так спрыгнуть, как Black Pointing Ghost Recon. Но парашюта у нас нету. Так. Ну да, они же что тут по-умному, да, сделали. Так, мне начинает уже самому это не нравится, если честно. Это долгие движники. Так, у меня 26,16 в запасе патронов. Это не есть хорошо. Но суть в другом. Значит, давайте я сейчас здесь прилягу. Немножечко по стрелямбо сделаю. Потому что мне надо почистить, я так понял. И будем убивать, пускай бегут, стреляют, там что хотят делать. Ух ты. Так. Вот он еще, чувачок. Все ж меньше, правильно будет их потом. Там, если что, насобираем. А что ты? Куда? Блять, скотина. О, суета поднялась. Стоять. Блин, ну зачем я вот это спешу вечно? Так, вот они все появились, сейчас начнут. Бэм! Мы же уже этим занимались. Попробуем, да, издалека? Блин. А если он по ногам? Я вот никогда по ногам не стрелял. Папа, пара, 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 пам, парам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Где там наша водичка? Если я отсюда. Тихо, тихо, я пока водичка. Меня пока засекли, давайте по другим. Построчим. Блин, а кто попадает-то? Ну че, чуваки? Вон тот попадает, да? У-у-у. На. А если я сейчас броню возьму? Давайте, у меня три есть. Да. Вот надо было, для чего я брал. Отлично, блин, а то я не туда патроны расходовал. Так. Ну, того сейчас надо убрать. И кто-то меня вон там валит. Снайпер, снайпер, не шикуйте. Вон там у меня стоит еще. Кто-то меня валит. Так, подожди. Я откуда тогда нырял? Вот отсюда, да? Пойдемте там постреляем. Вот отсюда я нырял, да? Тут, блин, прям хорошечно. Он тут там прятается, нет? Вот там. Где он там? Ух ты, что это? Приляж. А то тебя сдувает. О-о, что-то едет. Так, сюда кто-то подъехал. Сейчас, походу. Ну чё, чуваки, я полетел. Иху! Лишь бы не промазать! Сука, промазал. Ну а чё, попробовать-то надо было. Там так по кайфу упал прям в водичку. Ничего, все хорошо, зато смотрите, сколько всего узнали.
Правда, вот эти что-то до сих пор бегут. Мы же все ж это... Пауму-то сделали. Тихо, тихо, подожди. Может, надо было отсюда прыгать? Да, ну попробуем потом отсюда или отсюда. Да ляж ты, блин. Так, что у нас с патронами? Ляж. Пошли потихонечку. Так, смотреть, вон мишень один. Или не один. Позишн. Ой, блин, сейчас наубиваю и потом, блин, короче, разобьюсь. Мне теперь неохота, что-то я уже попробовал, что раз так по кайфу. А ну, делишки обстоят. Кто там стреляет? Вон, смотрите, какой-то... Оу, привет, чувак. Наушники с тебя слепили. Так, с этим мы знаем, как разбираться. Так, где? Это кто вообще? Касатка? О, блин, джойстик такой у меня дрожит. Подожди. И тут-то, и тут-то. Есть. Так, теперь кто еще тут у нас есть? Вон, да, вон там какое-то тело. Вот там сидит. Выходи. Дай свой голова. Блять, опять будет прятаться. Кто у нас? Явные мишени есть? Это что, блок видеонаблюдения? Давайте его трамбанем. Сука, 200. Чё, не попал, что ли? Как не попал? Там-то их... Да, их-то там. Хрен да ни хрена. Так, кто там? Кто в меня валит? Я вот хочу блок видеонаблюдения попасть. Во! Попал же. Чё, не попал? Как так? Так, ладно, где там? Ладно, ну вас в баню, ребята, я полетел. Ну чё, пожелайте мне удачи. О-оу. И еху! Да! У нас получилось. Ух ты, 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 ух ты. Чувак, мы на тебя-то не рассчитывали. Так нечестно. Вот козлина. А чё, у меня ничего ж нету, да? Не, а у меня ни хрена нету. Я ничем его не смогу трамбануть. Еще и тут... Ёпсель, ты ж не забывай, у меня еще это... Там и мина, блин. Я вообще в попадусь. Надо ж было так. Ух ты, там бригада бежит. Видите, вон там. Вон они бегут. Раз, два, три, четыре. Ну, не помеха. Так, а все, я, короче, попался, да? Чё? Блин, я не стреляю! Блять, почему я не стреляю? Чё, у меня оружие намокло, что ли? Я уже сам уже прикалываюсь. Можно было все пройти чётенько, да? Ну, это сейчас, когда уже поиграл, уже понятно, что можно было чётенько пройти. Ну, а так-то на самом деле. Тот мне, вот там дырка, беги. Почитал, короче, насчет этой дырки. Ну и чё, опять я здесь. Ну, опять эти побежали. Чё, сразу нырнуть? Не трогайте, где это? Теперь надо смотреть. Или оттуда. Давайте еще раз попробуем. Посмотрим, нету этого. Не буду я тратить время. Так, этого нету, да, броневика. Погнали. И-ю-ху! Блять, он как раз здесь и стоял.
А как так? Ты всплывать будешь, чувак? У, поехал. Круто. Что-то они там стреляют. Так, у меня сохранение теперь здесь. А как я теперь на мину, чтоб не нарваться? Кто мне скажет? Я хрен его знает, где эта мина. Это что? Мина, не мина? Да пошел. Да. Турели молчат. Шикардос. Там кого-то строчат. Прикольно. Поняли, ребята? Ну так, что вы сюда можно было. Так, ладно, мне теперь куда? Что мне делать? Так, нам здесь, скорее всего, надо отключать вот эту систему охлаждения, да, я так понимаю? Все, везде здесь вот эти чуваки. Ну, все. Да. Даже если сейчас, можно и сначала начинать это задание. Потому что вы поняли. То есть мог спокойно расстрелять их. Тихо. Топ. Так, а вон ту систему я могу? Пум! Нет. Как-то мне надо бы... Я пока еще не пойму, кто меня... А, смотрите, чуваки успокоились. Да, я могу пролезть? Что здесь? О, вот она лесенка. И вот она лесенка. Чё мы? Прыгнем, попробуем. Йо! Да. Присядь, чувак. Тут сейчас и камеры могут быть, и всякая хренотень. Мне вообще вон туда надо было. Так, пойдемте, это... Показывай мне, чуваков. Тут нет... Тот меня увидел. Сейчас давайте еще его допросим. Пока они успокоились. Все, чики-пуки. Давай вот это ствол поменяем. Пошли. Ну, если, конечно, получится. Можно было и бегом. Где это? Что я ищу? Ты знаешь, что я ищу? Где это? Не знаю. Что за манеры? Вали его нахер. Раз он не знает. Все. Теперь пошли попробуем. Знаете, что сделать? Я его обыскал или что? Просто так. Теперь я хотеть вон туда пойти. Я бежать не хочу напролом. Так, с этим чуваком мы поняли, бронебойные патроны нас спасут. Тут хочу тоже доотключить. Так, пока они все успокоились, да? Мне нравится такая ходьба. Я хочу начать играть Ghost Recon Breakpoint. Ага, ну короче, я зря сюда пришел, да, чуваки? Замечательно. Но попробовать-то надо было, правильно? Можно убрать, но надо ли нам это? Как вы думаете, сколько мы тут? Ну, как раз, в принципе. Чувак, остановись. Вот тут. О, красавчина. А все же одним меньше, правильно? Там у нас по плану. Кстати, вот он где-то рядом подо мной ищет, да? А где этот чел? И почему-то у меня убралось походу
Блин, ну что ж... А, вот. Включи. Где ж подо мной тут? Вот тут где-то, да? А где он? Вот он. Блять, коса. Пронесло, пронесло. Одни меньше пронесло. Так, что тут осталось? Ну, там 4, эта фигня. Как мне нравится так не быстро играть в эту игру. Так, все. Тут чистоган. Так, а где тот снайпер, а? Помните, нет? Дайте-ка я... Раз, два, три, четыре. И раз, два на мосту. Где вы там, чуваки? Так, это уже не работает. Вот он, есть. Сейчас мы тебя будем делать бобо. Так, что ты там у нас? Ну, можно вот... Нет, вот так, да? Готовчик. И там твоего дружбана надо тоже убрать, чтобы вы мне глаза не мозолили. Где он там? Да, о. Вон еще один какой-то. Это кто? На. Есть. Вместо твоего дружбана, который вон там находит. О. На. Готовченко. Так, теперь опять на эту. Мне эта карта даже больше нравится, чем... О, вон там что-то есть, видите? Это что? Вообще не пойму, я туда иду, не туда. Но куда идем мы с пятачком? Ага, вон там слева два чела где-то. И... Броневичок. А эти турели работают? КамАЗ работает. Турельки не работают. Так, вон тут. Давайте мы его сейчас сразу вот так вот сделаем. Чтобы нам не мешался, правильно? Мы же теперь умные. Знаем, как это делается. Два патрона у меня осталось. Так, камеры работают. Так, что еще отключить, чтобы... Так, дайте я посмотрю, сколько у меня тут. Три чела, вон там впереди один. О, вон он. Один. Давай, пока, чувак. Ну это вот как похоже на центральный вход, да? А мне тут ни хрена не пока. Где-то там еще один, да? Где-то там справа. Где ты? Вот. Что это такое? Это камера. Где чел? Это что? Так, а здесь турельки работают. Это нехорошо. Вон там кто-то. А, вот хрень какая работает. Это, оказывается, бронетехника. Но меня интересует вон там. Что там? Да, блин. Бронетехника работает. Вот эта херня не работает. Вон еще один. Да, и он, да? Камера. Вот вы, блин, мне задали задачку, а? Как я могу? Этим я могу пользоваться? Интересно. У меня ни С4, ни хрена нету. Как я так пошел на это задание? Где бы взять чего-нибудь? Или с турельки, блин, повалить их. Нету, да, у меня нету С4, нету. Давай хоть обычно, что у тебя? Чувак, дай С4, а? Легкие боеприпасы для винтовки. Но тут рабочий, нет? Пока меня не видит. Че, пойдем? Он же не отметила камера его.
О-о-о, снайпер откуда-то взялся. Так. Так. Где ты? Ну-ка, по камере. Так, это здесь. Вот где-то вот тут. И как раз... Это ж снайпер был. Так, нет, вот это что. Блин, там же меня снайпер вычислил. Вот. Вот, ложись. Вот оттуда, да, где-то? Или неужели это этот? Снайпера не вижу. Все-таки это, наверное, танк, что ли? Меня выкупил. Блять, турель. Что здесь еще есть интересного? Ну тут берем коллекционный предмет, это понятно. А бери уже. Что взяли? Записная книжка Харрестрема. Меня это мало радует. Мне надо что-то сделать, чтобы отключить. Так, что же сделать? Как приобраться? О, боеприпасы, подожди. Это что? Ух ты! Фу. А мне знаешь, что, чувак, надо? Мне бы С4. Так, боезапас. Ну, не зря ж мне ими дали. Как вы думаете? Инвентарь заполнен. Эми шмэми. Ну, пойдем. Куда-то надо Эми нам пульнуть. Так, вон тот меня, да, вычислил? Да. Я... Опа. Получилось. Ну, я держу взломать турель. Ху. Отскочили. О-о. Пойдем. Куда он? Сюда, сука, смотри. Сука. Сука. Эй, ты куда? Подожди. Ты где? У тебя полюбаса надо убирать. Ты же здесь. Ёпсин. Тут ни хрена себе. Бля, бля. Бля, я не успел ему в башню. А где у меня сохранение было, интересно? Троит, я убираю оружие, он нихера не убирается. Чё за блядство? У меня уже слов нету. Осталось два чела там буквально. Пиздец, блядь. Это чё за херня, блядь? Давай врубайся уже, блядь, ушлёпки. Делаешь, делаешь. Давай, переключай сразу на этот. Говно. Убираю вот этого нахрен. Переключайся сразу на другое оружие. Блять, долбоёб. Бронетехника, мать его. Задов. Мне главное выманить. Так классно все было, а. Блять, вот он идет.
где тот? Блядь. Еще вот морозняк, что надо переключать броник. Давай. Ой, блядь, вообще пиздата. Ты чё, не мог? Не, порой, конечно, вот это вот хренотень непонятно, элементарно. Где, может, я вижу его прострелить, да, этот не может. Получается, как будто аж пипец, такое сложное. Ты что? Вот там кто? Все, вроде здесь ничто же, вот не вышло выйти. О, здоров! Вот тебя-то я и ждал. Меняй оружие. И вот это пока меняет оружие, тебя 10 раз могут завалить. Я не понял, откуда вот эти взялись. Поняли, они как-то быстро выходят. Сколько их там? Вон то, что турель. Так, мне надо вон туда добраться, отключить турели, правильно? Так, все. Тут у меня что? Что у меня со стволом? Попробуем, как он. Тут тоже хреново. Дела у меня обстоят. Тут же никого, я ж не могу не собрать. Кто там? Блин, этот так стал неудачно. Чё-чё-чё? Замечательно, блин. Тут как-то они придумали непутево. Так. Видел, блядь, видит, падла. Так, чё, погнал? процентов, хреново. Ладно, давайте поправимся чуть-чуть. Охренеть. Как он меня видит? А, я все, да? Блять, не могу. Падла не дает, а? А что у меня с гранатами? Как бы мне его сделать? Хух, нет, нет, нет. Сейчас себя убью. Я ж такой, что... Не дает, падла. Смотрите, как все продумали, а? У меня ни дымовой гранаты нету. И обыскать не смогу 100%. Ну а что, пробовать-то надо? Легкие боеприпасы. Ну-ка, проползу или нет? Ну сейчас же он встанет, блин. С4. Нет, стреляш. Получилось что? Сейчас проверим, получилось или нет. Блять, не получилось. Ух ты! Кто там? Так, тут никого нету.
Так, короче, я не знаю, надо что-то делать вот с этой фигней. Он мне... Хочешь, не хочешь, он мне ничего не дает. Сейчас он меня видит. О! Как так? Я же кидал раньше гранату, оно не взрывалось. Я хрен его, ребята, знает с этой игрой, чё как. И чё? Нахрен? Так, выход, приблизить, отдалить. Ну и нахрен мне это надо было, я из-за этого мучился. Чтобы перехватить камеры. Ну, поигрались и хватит. Я-то думал, что-то, блин, полезное. Столько времени здесь ушатал. Нет, не нужен ты вот здесь, нам не дал. А, что, я тут тоже пойдем? Ну, пойдем там, к турельке. Их отключить я уже понял. Давайте у этого что-нибудь возьмем. Я на рожон уже лезу, мне уже по барабану. Мне нужны... боеприпасы. Это я понял уже, что с турельками как разобраться. Так, здесь... О, нет, на другое оружие. Есть, подобрали. Так, где тут я еще кого-то валил? И тут как раз надо было еще нам взять. Вот боеприпасы. Все, и бронебойные, все взяли. Эту фигню выключили. 100% потом будет задание. Ребята, выключить эти, как их? Ты можешь сесть, дурачина? Задание 100% будет. Выключить эти, как их? Давай я посмотрю свои карты. Да нет, я же всех перед... Сука. Хотел сказать, здесь же я всех перечпокал. Ага, перечпокал, блин. А это что? Пошли. О, сейчас, подожди, братан. Мы этого тоже возьмем, что-нибудь вдруг у него есть. Это ж такой жирненький типок. Что такое? Не обыскивается или так быстро? Я уже научился обыскивать. О, прикольно, помогло. Чувак, ты можешь? Я вообще... Вот ты где можешь залезть. Хреновая. Залази. А отключить теперь его нельзя по-другому. Кажется, можно было Сэмми с этого отключить. Мать его. Только не скажи, что я опять не там что-то делаю. Видеонаблюдение или что? Куда подойти? Где отметка? Пиздата, блин. Куда идти, хрен его знает. Ну, пошли куда-нибудь. Хрен его, один ноутбуке. Точка быстрого перемещения. А нахрена? Вон там что-то. Ну и пришел я сюда. Что здесь? Центр, как слышно? Отлично, Райан. 5 из 5. Что 5 из 5? Я уход, тут все крепко заперто. Осмотри зону, попробуй найти другой путь вниз. Вниз, ну это хоть понятно, блин. Вот он, путь вниз. Так, тут не было всяких коллекционных предметиков. Это я, чтоб сюда попасть, столько прошел бесполезной фигни. Отключить турели. Вот было где отключить турели, а я там мучился. Тут 16 метров что-то показывает. Ладно, пошли. Столько времени шатал. Давай подойду к этим щиткам еще на всякий случай. Ничего не надо. Буль. Что тут? Ничего не надо делать. Ниже задание-то было ни
Надеюсь, это не закончится плохо. То есть мне туда, да? Скатиться надо или чё? Ну поехали, а чё нам впервой погибать, что ли? Йо-ху! Американские горки. Кто там? Вот на этого солдата надо сразу, блин. Йо-чку! Вот так. Дальше. Control. Подожди, Control. Sit rep. Центр, готов докладывать. Равен, центр на связи. Я внутри. Молодец, затащи Хрюстрома и добудь его ключ-карту. Без карты тебе не добраться до главного компьютера. Да. Что-то ты мне не облегчил ни хрена задачу. По-честному, если сказать. Если бы я знал, куда идти, чтобы не убиться. Центр, ты видишь это? Это уже не я. Так точно, внушительная мощность. Деятельность Хрюстрома куда масштабнее, чем мы полагали. Кажется, я вижу лифт. На нем ты можешь добраться до нужных объектов, включая главный компьютер, если ты найдешь ключ. Вон тот лифт желтенький показывает, как мне налево, что ли, пойти. Так, и чё, и чё? Вон там, что? Ларс Хендерсон. Я заметил, так, не лучшая позиция выстрела, я бы предпочел поискать место повыше. Да, это просто просил, значит, но, пожалуй, безопаснее активировать с минимального расстояния. Так, с этим понятно, здесь... Так, вроде тел нету никаких, я хрен узнаю, помчать, не помчать. Ну да, нету, а кто-то разговаривает. Вот он идет по лестнице. Или нет? О! Где он? Где это тело? Блин, да хрена я тут. Ты чё, вычислил? Чё, зря я это затеял? Где этот? Вон он, наверху. Я выше могу? Где это тело? Он еще выше. Гранат, гранат. Так, может... Охренительно, я же успел убежать. Там что, до хрена, что ли? Что это было? Я что-то проскочил. Это что? Так.
уже просто достали, если честно. Ой, эти камеры нахрен, не надо мне ничего. Выхожу, нафиг, выхожу. Я думал, это что-то полезное будет, толковое. Охренительно, вовремя ты решил в ящик сыграть. Так, ладно, где этот? Где этот чел? Там хуй. Нахрен ты пошел. Вон он наверху, мне надо туда, да? А я уже не спешу, так что... Как-то, а как мне наверх? А, вон лифт, все правильно, идем к лифту. К лифте, к лифта. Тут нету случайно этого... Как его называют? Нужных мне... коллекционных предметов, так сказать. Вон он, да? Где он там? Так, где мне? Как подняться? Чё мне надо нажать? Ну, это ж лифт. Что надо сделать? Это я что делаю? Вызываю только или что? А это где тело? То сейчас меня еще лифтом придавит. Вызывать как? Я вызвал. Че, как он едет? Откуда? Вася, ты откуда и куда едешь? Мне может проще было бы... Бегу. Ну. Чё? Мы запускаем кибератку, которая поставит на колени мировую информационную систему, выйдут из строя. Утратят власть. Подожди, ну это ж... Может это и есть? Я просто не отупляю. А, вот. Два, нет. То есть это собака вот там, вон он. Так я и хочу, уже думал, может издалека его, а я его не вижу. Не видишь? Как-то его видел, да-да. А! Патроны, блин, закончились. Я щелк-щелк, о! Я как раз последний бронебой, меня на бронебой стояли, я и последний бронебой. Давай, сейчас. Так, это у нас B1. Так я практически я попал. Хотел, но что-то... Так, B3. Где-то база. Вот тут, да? Вот так. Давай это все. Да! Правый центр, основная цель мертва. Ты забрал ключ-карту? Нет. Черта я не забрал. Как ее забрать? Я туда попасть не могу. Устранитель выполнил контракт. Так, закурить, чтобы получить награду. Нет, а ключ. Вон. Да? Он же там был. Так, устранитель... Во время поездки в лифте пройдено испытание в городе, чтобы получить награду. Нет, ребята, нас это не интересует. Нам надо попасть вон туда. Да? Давай попробуем.
О, ух ты. Ты-то откуда здесь? Так, чуть не упал. Так, подожди, я запутался. Мне надо... Он меня сбил, этот солдафон. Бля. Куда бежать-то? Так. Попасть. Так, а здесь что? Это вверх, непонятно куда. Слушай, а подожди, никогда я здесь не был. Давай, Вася, весь. Может, как-то здесь есть через шахту. Там так и было написано. Вот как-то через вот эту и типа... Ну, точно. О, а если я пою... Только по-братски, стой. Так, где он? Слушай, а чё я так сразу не сделал? Там же было воздуховоды. Так. Сейчас, мне надо как-то вот туда. На... Нет, здесь закрыто, видишь? Смотри. Он мне повиснуть предлагает. И что дальше? А лезть как туда? Видишь? Так, сейчас попробуем по-другому махинацию сделать. Мои трупачки все валяются. Как-то вот здесь. Так. Вот. Оба. Потом. Где он? Че-то я... Вон лестница, да? О. А тогда эту лестницу, что ли, не видел? Да не может быть. Что было? Ладно, по барабану, что было? Так, как-то надо теперь. Ничего, и где я? Теперь мне надо опять как-то. Так, где он? Он, вот он. О, вообще 66 метров, да, почти там, сколько меньше. Так. Где он? Он уже сзади. Вот здесь. Нажмите, чтобы забраться. О! Ну и чё? Подожди. Я понял, что не сюда. Это чё такое тут? О! У меня такого ещё не было мешочка. Лёгкие боеприпасы. Хм! Мешочки появились. Может, кстати, все, что от него осталось? Вот, нажмите, чтобы забраться. Все, 31 метр. Он подо мной, по любасу. Правильно? Значит, мне надо как-то опять искать, куда спрыгнуть. Где этот? Ну? А, тут ни черта нету. С этой стороны мы здесь уже были. Вот он вот там где-то. Так, сейчас... Вот. Блин, да что ж такое? Вы меня что, специально, что ли, это заманиваете мешочками? А? Вернемся, если что. Вот здесь что, не дверь? Так, хорошо, сейчас вернемся. Подожди. А? О! Не? Подожди, подожди. Да, тут не. Ну вот там... Ну вот повиснуть для чего? Вот смотри, это лестница, да? Тут я убьюсь. Ну-ка, повиснуть? Прыгнуть я никак не могу. Ну его в баню, братан. Мы столько, блин, рисковали, чтобы... Вот, Б1. Только не скажи, что это все так просто было. Если ты скажешь, что по этой лестнице я проберусь туда, куда надо, я сейчас пойду застрелюсь со своего джойстика. Конечно.
Ты слезь, пока тебя не завалили. Да слезь ты, дурачина! Я... Ну вон там. Блин, я касатка не туда. Часто погибать не очень охота. Прикольно, так оно и вышло. Охренеть. Это ж надо. Блин, и меня завалили. Как я не посмотрел. Это ж надо было столько играть, чтобы спуститься просто по лестнице. Это что за варик? Все, вот это да. Фух. Охренеть, вот этот Ларсен, блин, мудилкин брат. Чтобы взобраться, как все просто. Полтора часа где-то лазил, как найти. Давай, 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 давай. Сразу ложись, братан. Сейчас тебя там увидят полюбасы. Давай хоть. Да давай уже. Че ты не спускаешься быстро? Дубина, блин. Вылупился что-то. Так, главное вон тот сейчас. Так, где тут у нас? Когда надо, ну-ка покажите. Там вообще одного показывают. Мне главное, того-то я вырублю. Пока панику не... Вот он. Это самый-самый. Но мне надо этих... Мелкие меня тогда... Камера. Чё-чё-чё-то? Подожди, давай вот этого. Нет. А, этих у меня нету больше. Да, у меня по нулям. Ну ладно, так. А камеру, может быть, давай уберу, чтобы она... Тоже мне мозг. Чё там? Так, вон там что? Это не это, не граната была. Так, а может тебя попробую? Давай, в принципе, могу. Ух ты! Да ладно, оно ж не пробивается. Пробило? Отлично, значит надо вот так вот в ухо тебе попадать. Вон они пошли. Зира, зира, маза зира, мазафака зира. Ой! Так, ну теперь давай, наверное, дас из пулеметыш. И жалко вот так не показывает. Так, где эта камера, блин? Мне, в принципе, по барабану. Вовремя я начал перезарядкой заниматься. Зато знаю, что теперь два там. А, это камеры смотреть. Вон они, падлы, которые меня положили. Где там, блядь, камера? Где тут еще этот урод? Ну видишь, не определяет, где он. И главное, они могут стрелять через вот эти решетки, а я нет. Да пошел ты, я тебя сейчас и так завалю. Затрахали, блин. Ушлепки. Фу, забирай. Кто? Че, я забрал карту или нет? Кажись, нет. Поднять тело. Что он, читайте, что он говорит.
Так, меня как? У меня с ранами все нормально. Ага. Что-то тут есть еще. Че-че ты сказал? Деву у шлепки, все, я сохранился, мне не страшно. Теперь мне не страшно. Так, 73 не есть хорошо. Это все ерунда, вот когда они с гранат начинают валить. Где вы? Ага, вон он один, я тебя вижу. Еще есть желающие? Я еще приз не забрал. Я еще желтенький приз не забрал. Он же где-то здесь был. Я его видел. Вот он. Иду, иду. Так, этот чувак тут врос в землю, да? Бедолага, что с тобой? Где твои ноги? Так, 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 вот, вот, подожди. Вот она, желтенькая, желтенькая, желтенькая. Оп! Вот здесь, что ли, лежит, что ли? Вот она лежит. Хожу вокруг, вечно, блин, не вижу эту папку. Так, дневник Хельстер найдено в коллекцию. Слава тебе, яйца. Так, ладно, что теперь нам, ребята? Уходим отсюда. Да, промучился я с этой миссией. Конечно, я все не буду скидывать. О-оу. Чё, граната? А, это. Так, вот, от этого типа на. Это был с бронежилетиком. Как раз мы у тебя возьмем на наш пулемет запчасти. Ты же дашь? Так, кто там? Чего? Чуваки, ну нормально, давайте, начинайте. Что мне вообще надо сделать? Вон там два тела. Все, дергать отсюда. О, все, короче, валю отсюда нафиг. Сохранение недоступно. Ага, как выходить так, пожалуйста, лесенка. Счастливого пути, да, называйте. Не туда. Что с тобой, чувак? Где ты голову с лицом потерял? Кто там попытался меня тут пикнуть? Ты что ли? Не надо. Так, подожди, а где моя... Моя... Вот она, при тревоге. Я хочу сюда. Так, так, дальше что? Я ни карту, ничего не вижу. Фу, вот эта стрелочка показывает туда, да? Ну да. И чё, и где я? Мне ж вообще как, наверх надо, я так понимаю. В0. Ой, свежий воздух. Слава тебе, яйца. Блин, какое счастье, а. Так, где моя цель? Где? Где? Вон она горит. Вон туда, сломя голову, лети быстрей. Как-нибудь мы туда еще где-нибудь есть? О, слушай, вот же есть тросик. Давай отсюда по тросику хоть дернем, если нас пустят. Неужели пускают? Валим отсюда. Там, кстати, вон броневичок бегает, ездит. Да, как бы напоследок под него не попасться. Что-то мне уже не хочется. О, и жизни потерял. Все, дергаем. Так, нам куда? Вон, ух, а, вон туда. Побежали, чувак. По барабану никого не трогаем. У нас все равно ни хренашки нету. Где он там? Скорее в домик побежали. Скорее. Ты можешь, чувак. Равин или как там тебе? Равен. Давай. Мне уже по барабану скорее эту миссию закончить. Но я понимаю, что тебе тяжело. У тебя уже все, и дыхалка не работает. Ну надо домой, домой.
надеюсь, мне там не сильно куда-нибудь лазить надо будет. Где она? Свет мой, солнышко, скажи, да всю правду расскажи, где этот огонечек родименький? Вот он, приближаемся. О, да, мы сделали это. Фух, слава тебе, яйца. Дергаем отсюда, загружаются данные. Ну все, ребята, мы сделали это задание. У нас 4 жетона, 83 тысячи. Так, это было задание «Устраните Ларса Хильстрома». Пока из всех заданий самое долгое у меня получилось задание. Офигеть. Так, 3 задания из 5 сделали, грубо говоря. Ну, почему-то я за другие уже не так, как вот с этим парился. Что еще тут? Снаряжение пока мы не трогаем. Показатели. Ну, короче, не хочу я читать. Вот, кто на паузу хочет, оставляет. Сделали мы случаем сразу за одно испытание у нас получились. Вот такие вот. Сейчас читать не буду. Так, остаться на карте, покинуть регион. Ну, на этой практически веселой ноте я со всеми прощаюсь. Канал Б. А почему у меня показывает... Прикольно, да? Стоит галочка и отключите генераторы помех. Ну, то есть это было в предыдущих заданиях. А, 3 задания сделал тоже. Видите, строя главную антенну. Видите, 0 из 3. То есть перекинуло на начальные этапы, но эти задания были сделаны. Ладно. Все, всем удачи, хорошего настроения. Канал Погрозы для наших новичок. Увидимся, услышимся. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Не стесняемся, задаем вопросы. Я отвечаю, как обычно, подсказывайте. До следующего видео. Пока-пока. Чао.